Светличная Александра Геннадьевна, 15 лет. Стихотворение Николая Добронравова «Ополчение». Во мраке, с горя, сгорбились мосты. Тревожно площади сердцебиение. На запад уходило ополчение, потомственная гвардия Москвы. Рабочие, врачи, учителя. Отставку не приняв военкоматов, сапог не получив и автоматов, шли в незащищенные поля. Кто помнит их последние слова в последнем и решительном сражении? Безмолвно затемненная Москва, убиты летописцы ополчения. Очень празднично живем, и многие печали позабыты. Вокруг грохочут песни в стиле бита, и ночью так же солнечно, как днем. Но изредка тревожат наши сны те люди с беззащитной улыбкой. Кто с книгой, кто с указкой, кто со скрипкой. Пронзительная исповедь войны. Я слышу их неровные шаги, я вижу строй их нервный и неравный. Я знаю, в битве дрогнули враги пред высшим, пред мужеством духовным. И если мы по духу москвичи, мы тех людей живое отражение. В сердцах у нас их мужество звучит и строится в колонны ополчения.